В Архангельске голый мужчина напугал посетителей торгового центра «Сафари». До того, как он засветился на камере наблюдения в торговом центре, он успел попрыгать по крышам машин, припаркованных на парковке центра. Мужчина пытался убежать от охраны, но поскользнулся и упал на плитке. Раздетого жителя Архангельска задержали и направили в больницу для обследования на предмет психического состояния. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.